Привет, мои подписчики. Я заказала в ресторане дикого кабанчика с грибным соусом. Это клёцки. Типичная немецкая еда. Это красная капуста. Это специальный джем для капусты. Я пью пиво короля Людвига, темное пиво. Вот это замок Нойшванштайн, в котором я 3 раза была. Это пиво делается там, в этом районе. Вот этот ресторанчик. Интересный такой, аутентичный ресторанчик. Вот еще одна немецкая еда отличная. Это шницель с луком, шпек и яйцо, картошка. Пожелайте мне приятного аппетита. А я с вами прощаюсь и желаю всем хорошего здоровья. Пока.